В воскресенье по всему миру пройдет День здоровья. 7 апреля более 70 лет назад была создана Всемирная организация здравоохранения. Совместно со специалистами ВОЗ, ученые и медики ведут борьбу с опасными заболеваниями, проводят просветительскую работу. Каждый год День здоровья проходит с новым акцентом. Тема нынешнего – всеобщий охват услугами здравоохранения. Они только приступили к изучению азов медицинских наук, но уже освоили одну из главных заповедей последователей Гиппократа – принцип оказания помощи, хотя бы и информационного характера. Волонтеры-медики сегодня не только вручали листовки, но и давали первые рекомендации. С удовольствием на контакт некоторые шли без удовольствия. Некоторые отмахивались, а некоторые даже измерили артериальное давление. Некоторые даже со мной поговорили про курение, то, что приводит к инфаркту миокарда. Дни открытых дверей и тематические лекции в эти дни проходят во многих учреждениях, причем не только медицинских. В Чувашии в рамках Дня здоровья со 2 апреля проводится всероссийская акция «Будь здоров». Прямо в торговых центрах посетители и сотрудники могли измерить артериальное давление и узнать больше о здоровом образе жизни. За 2 часа только в одном центре к медикам обратилось более 100 человек. Мы отметили, что у 30% именно молодого населения, трудоспособного населения имеется тенденция к повышенному артериальному давлению. Люди должны об этом знать, они должны понимать, что необходимо делать в этой ситуации, в каких случаях обратиться к врачу. Эти акции очень активны, потому что люди начинают обращаться в наши центры здоровья, где проходят дальнейшие обследования, диспансеризацию, а дальше встают на диспансерный учет у кардиологов и терапевтов. О том, что о здоровье необходимо заботиться с молоду, говорили и со сцены. Здесь выступали агитбригады школ и колледжей. В молодости человек думает, что здоровье дается ему навсегда. А ведь береги здоровье с молоду, говорит народная пословица. И вот подобными акциями мы призываем не только людей среднего и старшего возраста, но и молодежь задуматься о ценности здорового образа жизни. Уже завтра новый шаг к здоровому образу жизни сможет сделать каждый. В городах и районах республики пройдут различные мероприятия, а в Чебоксарах можно будет присоединиться к всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», которую в 150 городах проводит общероссийская организация «Лига здоровья наций». И это не просто прогулка. Здесь и давление измерят, и проконсультируют на медицинские темы. Акция стартует на заливе. Начало сбора намечено на 9 утра на Красной площади. Светлана Позднякова, Екатерина Янгалакова, Вести Чувашия.